это не обращайте внимания на эти вот автомобили. Будет обзор на эту тачку. Это у нас Nissan Skyline, та самая легендарная, именно в кузове R31. Какая тачка у меня получилась. Ну, тачка все-таки вам может все-таки показаться, что она немножко похожа на Сильвию. Да, все-таки крыша у меня получился, как пускай, ладно, но он все-таки напоминает, он как у Nissan Silvia напоминает. Ну ладно, сейчас не об этом. В общем, такая тачка получился, очень она мне даже нравится. Передок кто-то очень агрессивный получился. Зад, как обычно. Салон тут у нас есть также. Значит, двигатель, конечно. Конечно же, я что-то бы попотелся, именно с белым муслином я попотелся. В общем, как бы так, еще я прочитал очень даже забавный коммент именно в сообществе, что один чел сказал о том, что палец заживет до свадьбы. Но все-таки я тебе вот что скажу. Палец у меня он уже, так сказать, зажил. Ну вот следующий остался, но все-таки он зажил. Так что спасибо за поддержку. Ну, в общем, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. С вами был Олег. Всем пока. До новых встреч.